صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Самый быстрый способ получить счастье – это подарить счастье другим. Если ты подводишь его к сердцам других людей, счастье придет к тебе еще до того, как доберется до них. Более того, наслаждение того, кто дает, гораздо больше, чем наслаждение берущего. В большинстве случаев, когда человек думает, кому бы помочь, он ищет нуждающихся в деревнях или бедных городах. Но в обществе существует одна забытая прослойка. Это те, кого посадили в тюрьму за долги. Мы уже познакомились с ними раньше, в нашем предыдущем путешествии, когда освободили нескольких заключенных за долги в Африке. И мгновения, когда они воссоединялись со своими семьями, были самыми прекрасными. На этот раз мы отправились в йеменскую тюрьму, чтобы заплатить долги некоторых таких людей и выпустить их на свободу. О заключенных по причине долгов очень редко кто-то думает или вообще вспоминает о них. Их жизни проходят в худших местах, и все смотрят на них с презрением, потому что их посадили. Хотя они ничего не крали и не похищали. Такой человек брал деньги дозволенным путем. Но Всевышний Аллах предрешил так, что человек не смог отдать долг. Либо из-за убытков в своей торговле, или люди, которые обещали ему денег, так и не заплатили. Важно то, что сам он не совершал что-то неправильное. Мы зашли в тюрьму в Йемене и увидели заключенных в крайне плачевном состоянии. Заключенные собирались в мрачных, зловонных камерах. Там протекала, я извиняюсь, канализация. Каждый раз, как я проходил мимо заключенных, они просили нас помочь им и вытащить их из этого ада. Но мы могли выпустить людей, только согласовав это с нашим бюджетом, который выделили на передачу. Мы рассмотрели имеющиеся там случаи и в конце концов остановились на двух заключенных. Первый случай. Юноша попал в тюрьму из-за аварии. Он попал в аварию, и машина другого человека разбилась. Разные судебные процедуры длились очень долго, и в течение разбирательств он был на свободе и жил обычной жизнью. Он даже женился. Через 3 дня после свадьбы судебное решение было наконец вынесено, и его посадили в тюрьму. То, что называют медовым месяцем, он провел в тюрьме. Хотя можно было предположить, что это будут самые счастливые дни его жизни, для него они оказались самыми несчастными. Разве люди, подобные этому юноше, не заслуживают помощи? После свадьбы, через сколько времени ты попал в тюрьму? Через 3 дня. 3 дня? 3 дня, и потом тебя посадили? Да, 3 дня. Я потом попал сразу в тюрьму. Жена тебя время от времени навещает? Ну да, время от времени. Мы занялись процедурами по его освобождению, и мы хотели для него новой свадьбы, когда приведем его к его жене как свободного человека. Посмотри на его радость. Клянусь Аллахом, члены нашего коллектива пытались дать ему что-то большее и решили подарить ему путешествие, чтобы после его выхода из тюрьмы это был настоящий медовый месяц. Но эта благородная женщина решила совершить умру из благодарности к Всевышнему Аллаху. Что касается второго случая, то он касался мужчины средних лет. Его торговля потерпела убыток, и он попал в тюрьму из-за своих долгов. Кто-то может сказать, это же так часто случается. Почему вы выбрали именно этого заключенного? Этого заключенного выделяло то, что он относился к своей матери с крайним благочестием. Это не мои слова. Это то, о чем нам поведала сама мать. Мы навестили ее в ее скромном доме, в одном из бедных районов Адена. Ассаляму алейкум. Можно к тебе зайти, тетя? Джазакиллаху хайр. Да сохранит тебя Аллах. Как дела, тетушка? Хорошо, хвала Аллаху. Это была хорошая женщина, старая. Она разговаривала с нами на их местном диалекте. Что с твоим сыном? Сын мой, клянусь Аллахом, я не знаю, что с ним. Я все время плачу по нему. Когда я к нему прихожу, он тоже плачет. Плачет? Тетя, он относился к тебе почтительно? Почтительным был? Хорошим? Да, да. Одевал меня. Помогал мне. Везде со мной ходил. Ходил с тобой по больницам, по врачам? Да. Вот глаза мне там подправили.
Хвала Аллаху. По милости Аллаха к тебе вернулось нормальное зрение? Да, да. Да воздаст ему Аллах благом. Он был благочестив с тобой и ухаживал за тобой? Да, ухаживал. Из твоих детей он самый лучший? Он. Каждый из них сам по себе. Отдельно? Работают. Своя жизнь у них. Никто из твоих детей не приходил к тебе, кроме него? Только он приходил. Когда ты в последний раз видела его, тетя? Уже 2 месяца, как я его не видела. 2 месяца ты не ходила в тюрьму. На праздник. Ты к нему не пошла, так как не было денег? Да. Поэтому ты и не пошла к нему на праздник? Клянусь Аллахом, я почувствовал большой стыд, когда она сказала, что дошла до того, что просит у людей в мечети денег, чтобы только ее сын вышел на свободу. Его дети живут с тобой? Да, вон наверху живут. Как это может происходить, когда среди мусульман есть достаточно могущественные и доблестные люди, которые могли бы помочь? Ее сына уже отпустили, а она об этом не знала. Сейчас он по дороге к дому своей матери. Он сказал, что первое, что он сделает, это поздоровается с матерью. Это было удивительное чувство. Мы слышали, как она жалуется, а сами знали, что ее сын сейчас едет к ней, свободный от всех долгов, а она этого не знает. Это был сюрприз. Как ты обрадуешься, если он зайдет к тебе? О, это было бы самое лучшее, что в этой дуне. Чтобы он зашел ко мне. Если он зайдет, я бы восхвалила Аллаха и была ему благодарна. Машаллах, да удлинит Аллах твои дни. Иншаллах, ты увидишь его, соизволение Аллаха. Также были прекрасные моменты, когда к нему зашел его маленький сын, после того, как отец отсутствовал 4 года. Уважаемый брат, уважаемая сестра, если у тебя есть семья, с которой ты можешь проводить время, знай, что это милость от Всевышнего Аллаха. Некоторые люди лишены ее, как это было в случае с этими 2 заключенными. Не пренебрегай своими родителями, женой и детьми ради того, чтобы выйти куда-то с друзьями или заняться хобби, или даже работой и торговлей. Это все не самое главное. Все это должно стоять только после твоей семьи. Не обманывай себя, что ты все это делаешь ради них. Они не хотят этого от тебя. Всей этой дополнительной работы и денег они хотят именно тебя. Дошло послание?